Заседание провел первый заместитель секретаря анапского местного отделения партии Леонид Кочетов. Однопартийцы вынесли на обсуждение вопрос реализации проекта «Городская среда». В марте анапчане очень активно участвовали в формировании предложений на первоочередное благоустройство. На территории нашего муниципального образования планируется выполнение мероприятий по благоустройству территории 17 многоквартирных домов, образующих 6 дворовых территорий. И одна общественная территория вошла в этом году, расположена она в 12-м микрорайоне, это сквер «Строители». На эти цели в 2018 году муниципалитет получит 73 миллиона рублей. На сегодняшний день разработаны проекты благоустройства и согласованы в департаменте архитектуры и градостроительства Краснодарского края. Процедура определения достоверной сметной стоимости работ по благоустройству территории завершена. И нами переданы документы в крайгосэкспертизу для экспертизы этих проектов, после чего нами будет объявлен аукцион. И я думаю, что ориентировочно в августе месяце мы приступим к реализации этого проекта уже конкретно на территории. В списке на благоустройство есть и сельские территории. Когда очередь дойдет до них, спросили в зале. Проект рассчитан на 5 лет. При наличии финансирования все заявки анапчан, а их поступило 58, будут выполнены. Состав местного отделения «Единой России» постоянно пополняется. Все больше молодых лиц, людей с искренним желанием вести общественно полезную деятельность. Мы подаем пример, что нет безнадежных. То есть нужно смело шагать и дорогу открывать тем, кто шагает. Вступление в партию «Единая Россия» – это от всего сердца, от души огромное спасибо. Партия президента, то есть моя партия. Сегодня у партии очень много жизненных проектов, в реализации которых может принять участие каждый.